Всем привет! С вами Арсений, интернет-магазин Tukamp и видеообзор газового обогревателя от компании Kaveo Little Sun KH0203. У данного обогревателя мощность 1,67 кВт, максимальный расход топлива 120 грамм в час, вес 2 кг 100 грамм. Сейчас посмотрим, как пользоваться этим обогревателем и что в нем интересного. В задней части обогревателя предусмотрена крышка. Простым нажатием мы открываем отсек для газового баллона. Как видим, здесь есть пластина для подогрева газового баллона и непосредственно сама установочная часть вместе с редуктором. Данный обогреватель у нас эксплуатируется от газовых баллонов цанговых 220 грамм. Для установки вам необходимо вставить баллон, чтобы выемка совпала с выступом, нажать и повернуть против часовой стрелки газовый баллон. Проверить на утечку и закрыть крышку. После чего, в принципе, обогреватель готов к эксплуатации. Для того, чтобы запустить его, нам нужно повернуть против часовой стрелки до щелчка. Обогреватель запустился. Выключаем, регулируем. Отличный обогреватель. Обогреватель у нас оснащен наклонным механизмом, который позволяет наклонить керамическая поверхность максимально сжигает газ, но все-таки рекомендует производитель проветривать помещение периодически, чтобы не отравиться угарным газом. Обогреватель оснащен системой подогрева газового баллона и предохранительным клапаном избыточного давления. Если при работе обогревателя давление в газовом баллоне превысит допустимое, то баллон отключится. Вернуть к работе обогреватель можно, заново присоединив баллон и нажав красную кнопку на корпусе редуктора. Кнопочка у нас вот здесь. Такой обогреватель у нас отлично подойдет для зимней рыбалки. Также им можно обогревать дачный домик, использовать дома, когда вам недостаточно отопления. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендуем!